Как вы поняли, нам предъявлено обвинение в том, что в Москве действует светлый, неознакомленный с договором. Или, что еще хуже, игнорирующий его. Вот такая вот структура момента. Вопросы есть? Нет. Чего это вы сегодня пришли в новом костюме? Купил. И сегодня у меня важная встреча. А, уж не с Либерзоном ли, а? Нет. С двоюродным братом. С братом? С братом. Спасти нас может только чудо. Оно и произошло. Если правительство примет решение продать этот алмаз, то это не только полностью снимет проблему нашего внешнего долга, но и позволит всей стране, всем ее жителям 3 года проживать на Канарских островах.